Друзья, всем привет! Сегодня 14 мая 2020 год. У нас в Владимирской области продолжается режим самоизоляции до 31 мая. Вот, как бы так. Если кто смотрит нас, кстати, из других городов, областей, ребят, пишите, как у вас проходит самоизоляция, завершилась она уже или нет. Вот, а так у нас уже сегодня очень холодно. Говорят, вообще на Москву идет снег. Людей никого вообще. То есть город такой пустой, можно так сказать. Ну, наверное, как обычно, сейчас на Балакире у нас там миллион людей. Особенное место, где постоянно кто-то тусуется, ходит, гуляет. Вот. Ну, в общем, как обычно, поход только в магазины, в аптеку. В общем, народу никого, ребят, вот смотрите, вот. Вообще никого нигде нет. Кто чем занимается, кто что делает, пишите. Вот, всем большой привет нашим ученикам. Ребят, все уроки, которые мы высылаем, занимайтесь. Все просматривайте, не сидите просто так. Ну, без дела. То есть смотрите уроки, ИЗО, тренировки. Там Данил Анатольевич вам повысылал уже. Точнее, повысылал я. А Данил Анатольевич уже много тренировок для вас там заснял. Работайте по тренировкам. По всем направлениям. Последняя была силовая тренировка. Там на пресс, на отжимания, на стойки и на все. Вот это тоже все нужно делать. Да, наверное, не лениться дома сидеть просто так. То есть самоизоляция — это не повод торчать, ничего не делать. В общем, в любом случае, да, как бы нужно идти вперед, а не останавливаться на достигнутом. Так что, ребят, давайте. По ИЗО будет завтра уже урок. Вот. А следующая тренировка тоже где-то, наверное, на днях. Вот. Холодно. И народу вообще никого. То есть вот даже на детской площадке, вот, да, вот я сейчас на Балакирева, никого нет. Здесь вообще никого. Тишина. Тихо и спокойно. Большой привет всем. Сегодня у Ильи Галиева день рождения. Илья, с днем рождения. Здоровья тебе, сил, бодрости, духа. Всего-всего самого-самого хорошего. Денег побольше. Работы поменьше, но денег пускай будет побольше. Вот. Ну вот как-то так. Паша, привет, он там фильмы какие-то смотрит на выходном. Всем-всем нашим привет. Ване привет. Он в деревне, мне так кажется. И может быть на работе. В общем, ребят, всем-всем-всем большой привет. Вот наш клуб там где-то, все закрыто. На улице начался дождь. Ну, говорят, скоро снег будет. Вот. Надо встать пока под дерево куда-нибудь, спрятаться. Ну, в общем, ребят, как-то так. Пишите, как у вас дела, что делаете, какую музыку слушаете, что смотрите и вообще.
все уже, да, соскучились. Мне пишут каждый день, когда начнутся уроки, когда начнутся нормальные человеческие тренировки, а не вот это вот все. Ну, ребят, все мы в режиме ожидания, так сказать. Надеемся, что очень скоро это все разрешится и что скоро все будет уже нормально. Мы все вернемся в залы и будем полноценно заниматься и тренироваться. Вот, потому что уже эта самоизоляция, она просто, ну, два месяца, с 27 марта, да, практически, или с какого числа? С 27 марта мы все сидим и безвылазно не выходим никуда. Вот. И это как-то уже, ну, напрягает немного. Если так постоянно сидеть и никуда не выходить. Сложновато. Ну вот Балакирева, как обычно, живет своей жизнью. Народ выходит, куда-то выползает. Люди двигаются, так сказать. Вот. Так что, ребят, такие вот дела. Дождик идет. Ну, как обычно, да, куда еще можно выходить? Сейчас пока только в магазин, аптеку. Вот, иду в магазин. Знаю, что все ребята там уже скучают. Люди в масках ходят. Кому нужны эти маски, если честно, непонятно. Странный минут. Ну, в Магнитах и Пятерочках, да, требуют маски. Но, нет, у меня, конечно, тоже есть маска. Но я одеваю ее только в магазине. Ну, уже никто не носит это. Хотя вот 12 числа, да, когда Путин объявил о том, что снимается, ну, заканчиваются нерабочие дни, как он это назвал, да, заканчиваются нерабочие дни и наступает режим рабочих, что ли, дней, как это назвать, даже не знаю. Вот, и уже тогда 12 числа, он сказал это 11, а 12 числа огромные толпы людей ринулись на улице, потому что вот у нас здесь Керчаковского, там были просто толпы народа. Толпы. Все гуляли. Везде. Вот улица. Балакирева. Красноармейской. И конечно. Вот. Люди просто толпами там шарахались, гуляли. Всем было вообще все равно. Но когда 12 числа уже вышел приказ. Вышел приказ нашего губернатора Сипягина о том, что только 12 числа, с 12 числа ничего у нас не отменяется, потому что Путин сказал, что по областям нужно самостоятельно решать. Но вот они решили, что 31 числа до 31 мая все на карантине. И вот после этого 12 числа, как только люди все повыползали, сразу же на следующий день вообще уже никого не было. То есть опять все сидят по домам. Вот дождик закончился. Солнышко выглянуло. Надолго ли? Вот. Так что вот ждем, ребят, когда уже разрешат, говорят, тренировки на свежем воздухе, что-то типа того уже. Какие-то вот тут разработки к 18-му, что ли, числу они будут все это обсуждать. Может быть, 18 числа уже разрешат какие-то тренировки на свежем воздухе, коллективные, спортивные, с соблюдением дистанции. Ну, нам хоть что-то хотя бы, да, нужно, потому что огромное количество ребят, огромное количество детей пишут постоянно о том, что скорее, когда начнутся уроки, когда начнутся тренировки. Понятное дело, что онлайн занимаются многие,
Но все равно это не то, да? Как вот мы приходим в зал, или мы начинаем там где-то бегать, разминаться. Это совершенно, конечно, другая, понятное дело, нагрузка, потому что одно дело, когда тебя заставляет работать мама, которая тебя постоянно там жалеет или еще чего-то. А другая задача, когда тебя, допустим, заставляет что-то делать тренер. То есть это, ну, совсем уже выглядит иначе. То есть, если тебя заставляет работать тренер, ты работаешь уже с более полной отдачей, так сказать, правильно? Вот. Поэтому ждем, да, ребят, ждем этого времени, когда все наступит, наступят эти хорошие времена, когда мы сможем нормально тренироваться, заниматься и вернемся хотя бы поэтапно, начнем хотя бы заниматься хотя бы на улице сначала, да, а потом вернемся в наши залы, потому что залы уже ждут, мы тоже ждем, ребята тренера ждут, Данил Анатольевич ждет, мы все ждем, когда уже начнется эта работа, потому что ну, уже все хотят скорее вернуться. Но людей никого нет. Вот смотрите, да, вот Балакирева, да, улица. Вот я сейчас на Балакирева. Иду в аптеке, и народу, ну, то есть вообще никого нет, нигде. Практически никто нигде не ходит, не ездит. Ну, еще погода плюс плохая сегодня, поэтому как бы... Вот, как, так что вот так вот как-то. Вот, большой привет Тане. Таня, вчера болтали с тобой, привет тебе огромный. Всем-всем-всем привет. Всем здоровья. Не болейте. Вот. И... чтобы все было нормально. Люди ходят все-таки. Как не хочется видеть людей, но люди все-таки где-то появляются. Разные. Вот. Так что, ребят, такие вот дела у нас происходят в Владимире. Да, потому что нас много смотрят кто еще, не только с нашего города. С нашего города. Слово Владимир и наш город, это звучит как-то... Не буду говорить, что с нашего города, с города Владимира. Вот. В общем, ребят, всем хорошего настроения, всем удачи и... Не переживайте, не волнуйтесь, скоро все войдет в нужное русло. Ребятам с Боголюбова всем нашим привет огромный, загородного, Маше, Даше Киселевой огромный привет, Насте Егорова привет, Даша Курбакова, большой привет. Всем-всем-всем, то есть младшим, кто там у нас из загородного, Саша, Алиса, все-все-все, Родион. Ну, ребят, всем привет. Насурикова, ну, это Кириллу привет, естественно. Это однозначно. Кирилл, Семен, Софья. Ну, всем, Карина, Алина. Наши старшие, Карина Морозова. Ну, всем ребятам огромный привет, по всем скучаем, ждем встречи снова в зале, на тренировках, и вообще встреч, и таких праздников, как раньше были, и выступлений, и концертов, вот. Так что вот, сегодня было 14, сегодня есть пока еще 14 число, 14 мая 2020 год, это Дельта, ребят, ну, всем пока, подписывайтесь на наш канал. Всем хорошего настроения, будьте здоровы, счастливы и всем пока.